Последствия крупной аварии на горно-обогатительном комбинате города Ридер устранили на 80%. Об этом сообщили экологи региона. Напомню, в мае технические жидкости из неисправных хвостохранилищ Касцинка попали в 4 горных реки и распространились на 25 километров. Первые пробы воды тогда показали 18-кратное превышение концентрации меди, 16-кратное увеличение содержания цинка и 9-кратное марганца. Протоки в пойме рек засыпали песком и гравием. Основные работы по рекультивации загрязненных участков обещают завершить до конца октября. Вплоть до полной очистки территории в Ридере будут дежурить специалисты регионального департамента экологии. Пульпа вылилась, а часть утекла в реку. То есть ее никак не найдешь. Вот та часть, которая осталась, часть на реках, там на берегах сохранилась. Сюда они вручную складывали это все в машины и перевозили обратно в хвостохранилище. И после этого должны произвести рекультивацию, то есть засыпать это все землей и посеять траву там.